один где-то. Подожди, дай пока. Он прячется. Иди сюда, маленький. Жорко. Выползай, солнышко. Мы колесиками его. Иди сюда, на. Кого даете? Иди сюда, котик. Давай, доставай, доставай, лови скорей. Так, третий. Ну, кто еще? Давай еще, давай этих отнесем и поищем, а. Давай, потому что выползут. Подожди, ты, по-моему, поднимешь? Конечно. Уверена? Это, надо, знаете, что там, пойти тряпку. Ой, поймали четвертого, ребята, слава богу. Четвертый спрятался далеко был, что-то он очень вяленький, очень вялый. Ну ладно, пойдем. Все, поймали четверых. Ребята, этой серии нам позвонили, вот на такую мусорку детей выбросили, как на свалку, ребят. Я не представляю, что творится с людьми. Просто не представляю. Разве можно, а? Все четыре девочки. Все четыре девочки. Им где-то месяца по два, не больше. Может быть, чуть-чуть. Да, где-то месяца по два. Да, ушастики? Не трогай, зайчик, не трогай, мой хороший. Спи, солнышко, спи. Спи, беспокоит. Заходи. Заходи, малыш. Да. Я убрала решетку, засунула ее в другую сторону, чтобы она не мешала. И комната у малышей в полном их распоряжении, да? Да, мои вы хорошие. Мансурчик, Иса. Вот вторая манявочка. А она по сравнению с ними, ну, очень маленькая. Вот. Да, совсем кроха. Иса. Иси. Да, вы слонята, не трогайте ее. Я Ису на ночь всегда убираю в клеточку. Она крошечная, она реально крошечная. Вот. Потому что, чтобы ночью ее никто не обидел. Да, зяка моя? Такая симпатичная девочка. Все, сейчас она спать ляжет, и все будет хорошо. А утром выпускаю и вижу, и наблюдаю. А когда ухожу, я ее убираю от всех. Ребята, Иса ищет дом. Красивая моя маленькая девочка, хорошечка моя, красавица, да? Покажись. Красавица, вот такая красивая девочка с белыми носочками. Вот такой ребенок маленький, да. Она очень маленькая. Thank you.
девочки, в приюте нет корма. Мы с Лилей приехали в карусель и забрали последние 7 мешков. Нет в приюте корма для щенят. Для щенят корма нету. Ребята, мы строим вольеры из того, что есть. Что под руки подвернется. Старые сетки снимаем, перекручиваем. Я прошу вас, ребята, нам надо рассадить малышей. Я вас очень-очень прошу. Помогите нам, пожалуйста. Нам хотя бы сделать еще вольеров 5. Я очень прошу вашей помощи, друзья. Пожалуйста, помогите.